Серкис, Энди. Энди Серкис, Андо Серкис, полное имя, Эндрю Клемент Серкис, английский Андреу Клемент Серкис, род. 20 апреля 1964 года, Лондон, британский актер, кинорежиссер. Лауреат премии BAFTA 2020 за выдающийся британский вклад в кинематограф. Также номинант на премии «Золотой глобус» 2007 и «Эмми» 2009. Биография. Отец Энди – гинеколог по профессии, по происхождению армянин, родившийся в Ираке, мать – англичанка. Настоящая фамилия предков по отцовской линии была Серкисян. По словам Энди, два поколения назад наша фамилия была Серкисян. Энди сыграл в кино и на телевидении более 30 ролей. Известен прежде всего по ролям Голлума в киноэпопее «Властелин колец» и «Примата Цезаря» в фильме «Восстание планеты обезьян» и его продолжениях, где его движения и голос были использованы при создании компьютерного персонажа с помощью технологии «Захват движения». Его работы послужили отправной точкой для горячих споров о том, где проходит граница между актерской игрой и компьютерной графикой. Несмотря на заявления некоторых критиков о том, что Серкис заслуживает Оскара за роль Голлума, Академия киноискусства решила, что он не подходит под критерии, так как актер при этом должен был лично присутствовать на экране. Точка. В новой экранизации «Кинг-Конга» с Серкиса сняли движение «Кинг-Конга». В этом же фильме Серкис сыграл роль Коко Лампи. Энди Серкис вновь выступил актером захвата движения в анимационной ленте «Приключения Тинтина. Тайна единорога», сыграв капитана Хэддока. Также Серкис является режиссером по персонажам и сюжетным роликам видеоигры «Эовен Лесуорт», где он использовал себя самого для создания образа короля Бахана, и видеоигры «Энсловет», «Одиссей Татуэст Студии Нинитеоры», в которой с помощью технологии захвата движения с него копировали движение для главного персонажа Манки. В съемках фильмов «Хоббит. Нежданное путешествие» и «Хоббит. Битва пяти воинств» Энди Серкис принял участие не только в качестве исполнителя роли Голлума, но и как второй режиссер. На эту должность Серкиса пригласил Питер Джексон. Фильмография. Актер. Кино. Телевидение. Игры. Режиссер. Примечания. Ссылки. Актер.